Всем привет, дорогие друзья, с вами Драгин и добро пожаловать на новый ролик по War Thunder Mobile. И сегодня у нас на обзоре зенитная самоходка QF-37 RAM, которая находится в премиум обзоре Excelior. И, собственно говоря, что это и как оно играется в рандоме, сегодня нам и предстоит узнать. Всем приятного аппетита кушать и приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Итак, карта Американская пустыня, надеюсь, что-нибудь сможем сделать. Пока мы едем, можно, в принципе, рассказать вообще про зенитку. Ну, про самоходку, ладно уж, будем так выражаться. Картонная, в принципе, по виду, думаю, понятно. Самая толстая часть у нас находится в лбу корпуса и имеет всего лишь 50 мм. В то время как борта 38 мм, а щит, так сказать, вот этот вот, который прикреплен к орудию, он вообще имеет защиту в 10 мм. И, как вы понимаете, это может пробивать даже пулемет. И тем более крупнокалиберный. Тем более, что против американцев мы попадаемся довольно часто, а на них как раз-таки и установлен этот крупнокалиберный пулемет. То есть, соответственно, нас можно вывести буквально с пулемета. Но, тем не менее, зато мы имеем... Мы имеем пробой в 200 мм, да, у нас на вооружении... сколько там, 94-миллиметровка с сплошными, получается, снарядами, но имеет пробитие в... Оп. Пробитие в 200 миллиметров. Ну, кстати... все, опа. Ну, слушайте, тут уже на самом-то деле... Я даже не знаю, у нас, учитывая то, что... Не, ну я тут умер, да? Ха, наверное, сказал бы я. Но у него, у немцев пробить... Вот, сейчас, если он проедет... Можно, в принципе, так. Но мне хана, в любом случае. Повезло. Тх. Так, не, ну что-то... Как, вообще, как-то ничего... Что-то вообще ни хрена не получается. На самом-то деле. Благо, союзники мне помогли. Но 200 мм, могу сказать, что это очень так хорошо помогает, потому, хоть это и сплошные снаряды, но у них урон довольно хороший. И, в принципе, мы большинство танков пробиваем просто в силуэт. Что на самом деле не может не радовать. Оп, баллистика тут, ну, в принципе, все понятно. Так, ну вот, смотрите, мы лакомая цель. Все, у нас, видите... Казалось бы, все, он нас вывел просто с пулемета. Ну, как бы... Хотя у немцев слабый, самый слабый пулемет находится. Ну, еще советы, в принципе, есть. Но... Я говорю, вот этот щит, он по сути что есть, что нету. Он чуть-чуть предоставляет защиты, но какой-то серьезный нет. Из-за этого, конечно, танк страдает. Да и в основном, в принципе, его использовать можно на дальних дистанциях, в каких-то... в какой-то западне, да, в засаде, так сказать, где тебя не ожидает противник увидеть, и тогда ты можешь уже показать свою мощь. А вот так выкатываться, как я это сделал, ну, как бы, не нужно. Это ни к чему хорошему не приведет. Так, ну, сейчас вот хороший вопрос, где они стоят, они где-то за домом, да, скорее всего. Так, ну, допустим. Нас, в принципе, вроде как никто не заметил. Ну, и мумихвода снимем. Пока что. Вообще, у меня что-то как-то... Вот так вот, хоп. Все, взрыв боекомплекта. Это нормально. Вот нам бы еще вот того товарища, но... Ну, вот как-то так, да. Довольно хорошая машина, на самом-то деле. Бабахает только так, учитывая то, что это сплошные снаряды, но это типа, это действительно хорошо. Единственное, приходится точечно выцеливать, а так сказать, куда я стрелял, непонятно. Единственное, приходится точечно выцеливать, получается, все, полностью весь экипаж. Но, в принципе-то, этого достаточно, да, самолеты, вот, кстати, самолеты главное не словить, ну, типа... Это тоже, это страшно на самом деле, самолет нас может спокойно вывести из строя, учитывая то, что вы видели
Нас выводят просто пулеметы немецкие. Обычные, винтовочного калибра. То как бы... становится страшно. На самом-то деле. Но, тем не менее... орудие нас довольно сильно выручает в этом плане. Потому что... далеко не каждые... не каждое орудие со сплошными снарядами может так круто играться. Так, ну он за камешком, да, где-то? Ну, не знаю. Главное, чтобы сейчас моя дерзость не погубила самого же меня. А это может случиться на самом-то деле. Типа, как бы, ну, без вопросов. Так-с. Вопрос сейчас... я немножко не понимаю, где он находится. И, возможно, я сейчас просто... а я даже не успею, наверное, да? А его уничтожили. Ну, в таком случае, слушайте, мы все выиграли. Это довольно-таки быстро было. Да, кстати, я еще не сказал то, что у нас нету пулемета. Я думаю, вы это уже давно-давно заметили. И, ну, в принципе, хорошо. Это не такая сильная проблема на самом-то деле. Хотя, как посмотреть. Так, у нас там еще, оказывается, противник есть. Но я не успею забрать его, скорее всего. Мы практически уже все. Закончился бой, я только подъеду сейчас к нему. Ну да. Он где-то там за заборчиком стоял. 5 фрагов, первое место, ну, в принципе, пойдет. Погнали дальше. Карта Польши. Ой, карта Польши. Карта заброшенного завода. Так. Ну, слушайте, тут главное до точки С добраться. И, в принципе, там мы уже посмотрим, так, ну, как говорится. Есть у меня, в принципе, на примете одно местечко, до которого, я надеюсь, мы доедем. Кстати говоря, подвижность, ну тут, ну как бы, ну, не сказать, что, да, в принципе, нормальная, довольно средняя, и пойдет. Кстати, у нас высокие довольно габариты, поэтому мы можем прям отсюда сейчас выцеливать всех врагов, то есть у нас будет сейчас только орудие видно. Вот как у... да-да. Оп, все. Ну, правда, что это привело? Так, ну, допустим. Оп! Тихо-тихо-тихо. Так, ну все, у меня опять наводчик. Наводчик откисает довольно часто. Так, ну я, кстати, скорее всего, не успею сейчас, да? Ну, скорее всего, нет. Куда я стреляю-то, господи, Александр? Можно как-то поточнее? Он его уничтожить не может, серьезно. Вот так берешь и все. О, он на перезарядке. У меня перезарядка, кстати, быстрее будет. Все. Ну, сейчас его осталось добрать. В принципе, можно вот туда выстрелить. Зачем он дымы кинул, правда? А, да. А мне хана. А все, я проиграл. Я погиб. Ну, он меня, кстати, вынести может. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая грязь. Так, ну-ка. Нет. Мне хана, я погиб. Я умер, да? Ну, не знаю. Бомба. Бомба просто решила весь исход. У меня, в принципе, дублер есть, можно сейчас еще раз будет сыграть. Так, ну... на самом деле на точке С хорошо, но, блин, нам надо как-то точки захватывать. Хотя я понимаю, что я сейчас погиб. А где вся команда? У меня вопрос в этом. Куда она вся делась? Вы видите? То же самое, что и я. Ну, типа, команды нет. Да. Я не знаю, ну, походу это... так, ну-ка. Это гиблый вариант был. Ну, что ты остановился-то? Давай дальше уже едь. Я тебя тут подожду. Не поедет, да, походу? Артиллерию вызвали опять. Мы и точку С еще про... стоять. Друг ты мой. Куда ж ты поехал? Нет, зенитка. Это тот самый друг. Ну, кстати... ну все. Экипажа больше нет. Не, ну тут как-то... у нас все союзники полегли. Учитывая то, что мы просто точку С держали. Как бы... ну... и один ЕБРчик остался.
идем в следующий бой. Этот какой-то, ну, типа, турбослив, в котором я даже не понял, как слилась наша вся команда. Ну что, следующий бой, опять та же самая карта, только режим немного поменялся. Я надеюсь, турбослива, как в прошлый раз, не будет. И мы сможем как-то нормально поиграть, что ли. Не знаю. Вот тут, на самом деле, сейчас довольно... как-то довольно рискованные все варианты события. Потому что вот здесь очень хорошо быть маленьким. Ну что ты делаешь? Зачем ты в меня врезаешься? Если бы я сейчас целился... Я не знаю, ну типа куда-то лезть. Это страшное дело. Вот в принципе можно вот этот прострел сейчас как его контролировать. Но что-то мне подсказывает, что тут никто уже не поедет. Ну, слушайте, Дикер Макс, привет, у него боеукладка вот здесь находится, так что... Прощай, как говорится. Виноват сам. В принципе, что можно сделать? Я не знаю. О-о-о-о-о-о! Давай. Оп! Хе-хе, хорошо, ты отлетает. Отлетает-то он хорошо. Так, а сейчас самое... Я не понимаю сейчас, где кто находится. Типа, я в потерянности. Чтобы вы понимали. Я понимаю, что они где-то вот там. У меня, к сожалению, пулемета нет. Никакого, чтобы каким-то образом разведать обстановку. Я, пожалуй, назад просто откачусь пока что. Учитывая то, что там... А, да. Понял? Ну, слушайте, вот его надо сейчас быстренько убрать, стоять. Куда ты поехал-то, друг ты мой, а? Не, ну, я не знаю. Орудие сломали ему. Ну да, это круто, блин. Ну, у нас... У-у-у, хорошо. Взрыв боекомплекта. Знаете, такое ощущение, как будто бы все-таки нотка камерных снарядов тут присутствует. Но урон у этих сплошняков реально охренительный. Пробитие феноменальное. Так, а у нас там, короче, кто-то проезжает, слушайте. Я пока что не вижу кто, но... О, этот кто-то, он, короче, вот здесь. Кто именно? Непонятно. Так, ну-ка. Там ни хрена не видно тоже. А вот... Так, ну на каток, допустим. Я не знаю, правда, что... А я сейчас ничего не смогу сделать, я под таким углом его... О! ПЗ-4. Тебя уберем. У Черчилля как раз починится. Ну, я не знаю, он меня, кстати, в принципе, может уничтожить. Ну да, меня, в принципе, уничтожит все, наверное. Ну давай, сдай назад. Мне, в принципе, достаточно будет тебе в щеку сейчас выстрелить, да и все. Смотрите, он не спешит просто. Он думает, видимо, как это делать. Но я, в принципе, его пробью. У него мне брони... бронепробития хватит. Ну давай, да. Он перестреливается там, что ли, с кем-то? Ну, под таким-то углом я его, естественно, не пробью. Блин. Куда-то ехать я тоже боюсь. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот это плохо. Вот это максимально плохо. Ух! Просто так отлетают противники. Блин, я боюсь. Я серьезно боюсь. Я могу выехать, но... Ну, давайте попробуем, окей. Ну, блин, это сейчас... Оно и, в принципе, все. Это сыграет сейчас злую шутку, мне кажется. Вот о чем я и говорю. Да, это сыграет очень... Хотя тут я уж сам виноват, но сейчас мы его накажем. Мы его накажем... Так вот, авиация, милая моя. И никто, кстати, тут не вылетает, я понял. Так, ну Дикер Макс... Ой-ой-ой, не понял. А, ну там хорош. Так, самое главное, это внимательность сейчас вот здесь, потому что именно она сейчас играет ключевую роль. В том, победим мы или нет. Я так понимаю, там все решили нас пообъезжать. Нет, уйди отсюда, уйди. Да. Поворачивайся быстрее. Мне хана. Все. Меня сейчас волной откинет.
Да. Я говорил, самолеты это тоже страшная вещь. Особенно бомбардировщики. Погнали в следующий бой. Посмотрим, что будет там. Тут я даже не знаю, кто выиграет. Но, в принципе, мы, скорее всего, наверное, и выиграем, хотя хрен знает. У них 4 игрока, и у нас тоже. Ну, нас это уже не волнует. Идем в следующий бой. Ну что, карта американская пустыня, и в принципе-то зачем сейчас дымы тут было выпускать? Немножко непонятно. В принципе-то я хоть и помираю, да, но я в принципе, скажем так, неплохо реализовал данную самоходку. Так вот, опять же, я сейчас опять полезу куда-нибудь, да, и меня накажут. Вот туда надо было вставать, и мы всех. Я, кстати, промазал. Ну, не знаю, тигр-то он навряд ли, конечно, пробьет. Оп! Все, взрыв боекомплекта. Нормально, нормально. Слушайте, мне нравится, мне нравится. Это все-таки. Ну, кстати, вот отсюда можно поиграть. Вот так прострелы чекать. Ну, хз. Не знаю. Так, точку А-то кто-то будет захватывать, нет? Или что? Или как? Или всем пофиг? Кто там? Давайте. Я жду. А с другой стороны, я понял. Где-то там. Ну, тигр уничтожил, походу, уже всех неприятелей. Мы точку, пожалуй, захватим, да? Ну, в принципе, нормально. Нормально. Так, вот там кто-то едет. Излишнее любопытство бывает, на самом деле, наказуемо. Но я надеюсь, этого не продемонстрирую, да? А чё, где? И где данный человек? Мы дождемся, пока мне пополнится один боекомплект. Снаряд. Да. Чё-то никого. А, он решил выехать тогда, когда я уже. Вы поняли, да? Ну, блин, он меня видит, я его тоже, в принципе, вижу. Он видит меня, я вижу его. И что делать в таких ситуациях? Просто берешь, стреляешь ему. Вот у него где-то боеукладка здесь. Да я, в принципе, ее вижу и так. Все. Типа его больше нету. Так, ну. А вот там у нас, кстати, уже больше никто оборону не держит. Это на самом-то деле плохо. Кстати, заднего хода у нас особо-то и нет. Это тоже плохо. То есть откатиться быстро мы как-то не можем. Но на данный момент. Так, а где он? Он походу, где-то. Да, у нас, кстати, углов вертикальной наводки тоже нет. Так, а что у него? А, ну, в принципе, уже все. Не надо, не надо по мне стрелять со своего пулеметика. Я опять сейчас куда-то далеко заеду, по-моему, да? Кто там стреляет? Я вот не понимаю. А-а-а. Берешь? Вот так. Я не знаю, но сейчас попробуем. Потом башню ломаешь. Потом. А что потом? Потом выезжаешь вот так. Наводчика уничтожаешь. А потом, в принципе, можно вот так встать и уничтожать. Только надо бы сейчас сдать назад, потому что да. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош, хорош. А мне бы кто-то помог сейчас, конечно. Пожалуйста. Мне бы помощь, кстати, не помешала. На самом-то деле. Не знаю, сейчас попробуем справиться. Ну как там стоит? Ага. Зум. Просто дикий зум. Экипаж выведен из строя. Так и надо. Туда их. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Вот это плохо, это плохо. Ой-ой-ой-ой. Это была твоя ошибка. Ну, в Т-34 мы, в принципе, уничтожаем просто в силуэт. Силуэт Все понятно. Так, вот там кого-то я видел. Я кого-то там видел. Но кого я понять? Я не знаю. Я вперед куда-то тоже. О, вижу. Давай, едь сюда. Давай, 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 давай. Блин, как-то назад-то отъехать страшно.
Так, ну там кто-то... Блин, и отвернуться-то тоже страшно на самом-то деле. Отвернешься, считай, уже все, погиб. Вот они, суровые. Так, ну, кстати... Нет. Опа, он ошибся. Он ошибся. Ошибся ты. Самое главное. Опа, все, хорош. Так, 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 так. По-моему, кто-то едет, нет? Кстати, по-моему, там сзади кто-то, нет? Я это все прекрасно понимаю, но... Короче, сдаем назад. В срочном порядке. Я надеюсь, нас сейчас не прикончат. Я, кстати, не понял, где он вообще стоит. Его, походу, уничтожили, да? Но мы точку позахватываем, я пока что... У меня 9 снарядов, кстати, осталось всего лишь. Стоять. Черчилль. Или что там, АМХ. Где он? А я его, наверное, не нащупаю, да? А нет, слушайте, ну-ка сейчас попробуем. Ну, там никого нету, мне нужно... Во-во-во, сейчас. Ну куда ты? Блин, вот это плохо, это плохо, это очень плохо. Черчилль, вернись обратно, пожалуйста. Черт. Блин, ну тут хана, не знаю. Ну пока что никто не едет, не знаю. Ой-ой-ой, хорош. Просто хорош. Так, ну все. Ну, блин, у нас боеукладка повреждена. Кстати, боеукладка у нас... В принципе, нормально. Боеукладка находится в очень защищенном, могу сказать, месте. В кавычках, конечно, но... Все. Все. Это довольно легкая была победа. 6 киллов, 7 мы максимально, получается, в прошлом бою смогли сделать. Ну, собственно говоря, друзья, как-то так, я думаю, бои получились, в принципе, наверное, нормальные, хорошие, я бы сказал. И что могу сказать о данном танке, ну, чисто подытожив, да? Довольно, ну, можно сказать, некая имба, наверное. Имбочка на сплошняках, наверное, так и назову ролик. Очень редко ее можно встретить в рандоме из-за того, что взвод, к сожалению, ну, не так интересен игрокам, хотя на Черной Пятнице я решил себе прикупить и, в принципе, доволен. Вот, ну и QF RAM довольно хорошая самоходка. Даже на сплошняках она творит просто ужасающие вещи, благодаря ее пробитию в 200 мм. Ну и перезарядка, в принципе, в 6 секунд довольно приемлемая. Вот. Ну а на этом, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравился этот ролик. Ну, если понравился это вам ролик, то обязательно лайк вверх, да? Потому что ваш лайк равно мотивация для создания новых роликов. Пишите крутые комментарии, пишите комментарии по данной самоходке, будет интересно почитать. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока!